Здравствуйте! Сегодня я вам приоткрою еще одну тайну. Знаете, где мы находимся? Мы в мастерской по покраске в студии Реклам.ру. Именно здесь происходит воплощение всех гениальных задумок. Именно здесь появляются надписи, лозунги, призывы к действию, например, на боку у нашей самой популярной модели коровы. Именно здесь воплощаются самые невероятные идеи. Это могут быть розовые слоны или корова-тюльпан. Но о том, какая покраска в итоге получается, чуточку позже, давайте я вам расскажу, как происходит процесс покраски. Я уверена, будет интересно. Сюда поступают фигуры, уже готовые под покраску. Они с металлическими креплениями, если это требуется, и покрыты сверху белой матовой краской. Далее, в зависимости от того, какая требуется покраска, возможно, наши художники возьмут трафарет, либо нанесут эскиз вручную на поверхность. Все зависит от самых гениальных идей и задумок. Но я отмечу сразу, вся художественная покраска выполняется вручную. Поэтому у нас получаются индивидуальные эксклюзивные проекты. Поверьте, двух одинаковых коров в студии Реклам.ру просто не найти. Покраска может быть естественная, матовая, как, например, вот у этой модели коня. Также она может быть вот такая яркая, глянцевая, как у коня тюльпан. В подобной покраске у нас еще изготовлена вот такая замечательная корова. Кстати, самая популярная модель. В различных покрасках нашу буренку можно встретить на улицах любых мегаполисов, например, Москва, Санкт-Петербург. Кто был в кафе Муму? Время заглянуть. Одна из самых моих любимых ярких покрасок – это корова осень. Здесь собран весь наш осенний урожай с огорода нашей бабушки. Но согласитесь, выглядит она очень классно и ярко. Поставить такую около входа в любой магазин – все, у вас просто будет поток новых клиентов. Во-первых, все фигуры антивандальные, не бойтесь их ставить на улице, потому что любой желающий может с ней сфотографироваться, выложить это фото в соцсеть, тем самым у вас появится абсолютно бесплатная реклама. Свой сегодняшний обзор я хочу закончить именно на этой модели. Это стандартная фигура коровы в натуральную величину, в естественной черно-белой покраске. Заметьте, она уже с металлическими креплениями, сверху покрасила, покрыта лаком и готова к отгрузке нашему клиенту. Скоро вы ее тоже где-то увидите. Ну а я с вами прощаюсь. И поверьте, на нашем YouTube-канале студии Реклам.ру я всегда рассказываю много всего интересного. Самое время подписаться. Пока-пока!